В Канаде провели эксперимент, который произошел все ожидания. Дома престарелых соединились с домами сирот. И в результате пожилые люди обрели любящих внуков, жизненные функции улучшились, а дети скинули зажатость, страх, неуверенность и превратились в обычных, шумных, неугомонных детей, так пишут. Да, это, конечно, здорово. Как это? Круто. Да, это находка. Почему это так происходит? Потому что их не хватает друг другу. Старикам, внуков. Старикам хватает именно вот таких вот неугомонных маленьких. Которые все время рядом с ними. Да, а этим не хватает ощущения, что есть здесь большие, добрые. Это восполнение жизни в самом лучшем виде. Нет. Сироты обретут четкое ощущение уверенности, доброжелательности к миру, к жизни. Старики смягчают это ощущение мира во многом. Даже если у них не будет особой связи, все равно вот это вот передача энергии, соединение какое-то внешнее, даже видимость того, что это существует, это дает совершенно другую картину, атмосферу. Мы устроены таким образом, что на самом деле, согласно нашей природе, мы должны быть в трех поколениях. Дети, родители и бабушки с дедушками. Два поколения недостаточно. Ребенок должен видеть, что как он произошел от своих родителей, так его родители произошли от их родителей. Почему? Таким образом он видит преемственность. Он видит течение, эволюцию. Он видит, как его родители относятся к своим родителям и показывается как бы это примером, как он должен относиться к родителям своим. Он должен очень многому научиться от своих прародителей, дедушек с бабушками, потому что, как мы знаем, это Исраэль Саба Витмуна, это целая система в нашей связи. Духовный. Духовный, да. Поэтому это очень важно. А здесь, когда существует вообще полный отрыв, сироты, это, конечно, здорово. Результат должен быть потрясающим.